Так, все, запись пошла. Ну, Джон присоединился. Да, привет всем. Решил еще одно видео записать, потому что как-то 10 минут это очень мало. Буду играть в кооперативе с другом Каном. Ого! А мы все еще здесь, типа, да? Какая-то тёлка мешает мне пройти. Как непривычно-то, а? Чё там, торгуешь, да? Говори, что ты можешь мне дать? Нет, давай сначала я ему. Чё я тебе дам? Гранатки мои? А, точно, я же делал упор на это. Сигнальные ракеты мне не нужны. Фонарик же вроде есть, да? Фонарик на L. L? Не, на L, на L какие-то задания. На T фонарик. А, вижу, точно. Аптечки спиздил. Я их хотел подобрать. Ты ж меня не оживляешь, нафига тебе аптечки? О, еще мина. Оживляешь на H? А, я не помню. Вот упадешь, посмотрим. Не, на F, по-моему, как-то подходишь, и он оживляет. Все, пошли. Так, пошли. Сейчас надо с этой тёлкой поговорить. А не, с этим пацаном. Поговори с ним. Нет, блин, стоим тут дальше. Мы пойдем за вами, как только сообщите, что все. Тарь. Че-то пойду быстренько починю. Там спускайся. Сейчас тут 5 сек. Шу-шу-шу. Ага, мне денег не хватает. Все, я за тобой. Не, Б нажимать это не хардкорно. Че такое? Ну да. Нет, как не исторично, да? Говорит, муразок. Не исторично. О, подожди, мне какое-то очко умений еще дали. Подожди, я возьму. При критическом ударе. Для прыжков. Обега на 60%. Тут подойдет мне. Эти катакомбы единственный путь в Хендерсон. Ладно, пули тратить пока не буду. Там пиздить ногой. Вы что ли, не? А, на Е. Так, я в аппаратной. Похоже, тут есть генератор. Идёшь, нет? Включай свет. Где, где? Буду держать за вас кулачки. Кулачки. Отлично, теперь хотя бы видно подойти. Чё-то, конечно, не особо видно, фонарик все равно нужен. Он кончается. Точно. Только сейчас заметил. А вот, нам сюда, вспомнил. Иди сюда. Слышь? Попробуйте их найти. А ёп. Карл, вы там? Ещё освещение. Кстати, уже, по-моему, пол игры прошли. Привет, ребят. Have a nice day. Чё, всех похомсал уже? 60 баксов, 23 бакса. Прям свой бизнес можно открывать. О, здесь большой дядька. Что-то фонарик разрядился. Не, я пойду отсюда во лучше. Ты где там? Слушай, не ходи туда лучше. Там дядька большой и злой, и сердитый очень. Так у меня пистолет. Пистолет? Там пистолет не поможет, там нужно всех мочить его. Вон. Короче, стреляй ему по яйцам, крит. Я его уже убил. Способностью. Иначе никак было его. Фонарик. Так, дай я фонарь перезаряжу. Без башки даже лучше будет. Там.
Там ходячий. О, у меня тут дверь. Я выбиваю, иди ко мне. Ща, подожди, тут зачищу. Какая дверь, что там? Там нычка, походу, секрет, секретик какой-то. А-а-а! Нифига себе, зомби в стенке. Не энергии. Сейчас. Дай. Слушай, у меня там револьвер с него подобрал. Подожди, дай я сменю оружие. Мне магнум выпал. О, мне, кстати, тоже это выпал. Еще один лагающий зомби. Ёбаная наводка. Зачем ты вообще нужна в этой игре? Дарик, что там есть у меня? Чета. Как лучше вообще этот тормозной пистолет? Даже не знаю, что оставить лучше. Так. Ну я иду вроде. Ты иди. О, сколько ракет. Ладно, фиг с ним. Нафиг тебе эти сигнальные ракеты? Их все равно по назначению не используешь. А их кидаешь, я... все, они освещают. А, я какую-то модификацию подобрал. Там вот лежит, чуть дальше. Лево поверни. Еще какой-то гаечный. Че, пошли? Все-таки надо колющее оружие развивать. Колющее, но... пока не катят. Ты какое колющее? Тебе режущее надо развивать, потому что там топовое оружие — это катана, которую ты там модифицируешь. Лучше поставить, конечно же, на шоковый удар, там электричеством будет фигачить. Эй. Ты там где? Я вперед ушел уже. Ну и как мне туда попасть? Сейчас я дверку открою тут. О, электричество. Тишлан. Кто не встанет? Встанешь. Я сейчас дверь открою, подожди. Я уже сзади. Сейчас посмотрим, как ее открыть. Уже можно было как-то открыть. Ты вот там, чуть левее от тебя, там будет такой, поднимешься. В общем. Где левее? А. Запрыгай там. Пока смотрю, я не помню, там можно было как-то ее вроде открыть, эту дверь. О, верстак. Ну. А, во, предохранитель. Как-то лучше. Главное, мачете. 1500, да вы офигели. Все, вскрываю дверь. Ай, квасок. Так-то оно лучше. Там зомби опять это респавнились. Так, а ты где? Я ушел уже обратно, там возвращаться надо. Комсай тут. Зомбей. Не в этот раз. Тупой зомби. Походу, там большой дядька тоже отреспавнился. Пора спуститься и выяснить, что там.
Я так понимаю, ты хочешь по хардкорному спуститься, да? Попробовать. Жми F лучше. По-моему, глубоко. Да. Лучше так не рисковать. Это чё там за... Крохолюдина. Ты куда делся? У меня тут еще. Да я вижу, я там чуток вперед прошел. Ты тех пока уничтожь, которых за спиной и у меня. Ух. А, ты встала? Тёлка без руки. По-моему, как-то они долго сейчас уже стали биться. Я сломал свою мачете уже окончательно. Потому что раскачались, потому и недолго. А, дядька с рукой большой лежит. Что у нас? Ты где? Я иду. Так я на точку иду. Я уже назад вернулся. Кстати, эта зеленая жижа, она не снимает здоровья. Приятного аппетита, ребята. Черт. Японцы тут на славу постарались. Экая громадина. Удивительно, что все это оборудование до сих пор здесь. О, надо этих зачистить. Союзнические войска должны были все отсюда забрать. Союзнические войска. Союзническим войскам удалось выбить отсюда японцев. Впечатляет, черт возьми. А ты где там? А, вижу. А ты что, сделал отравляющее оружие, что ли, топор? Я думал, ты там уже давно нашел что получше. Так, F. Так, и что, я не могу до сих пор отремонтировать? Стоимость 147. Все, ремонт от 2766. Да вы с дуба рухнули. Большой гвоздь, спасибо. Я тебя потерял. А, вижу. Вперед решил пойти, да? Просто отстреливаю. Я вообще внизу. Ай! Там секретная нычка есть. Опа. Где? Вот здесь вот как-то вот. Помню, допрыгивал. О! А это еще что? Ай, фигня. Я упал. Ты... Блин. Убийца, что ли? Ладно, пойдем дальше. Вообще офигело прыгает на меня. Надо уходить отсюда как можно скорее. Он даже не в крови, выглядит даже здоровый, я бы сказал. О, мой любимый. Хлебнучие куда? О, я кулаками как-то сильнее мочу, чем... Потому что скорость атаки высокая. Там упади еще, у тебя хп мало. Опа, па-па-па-па, назад, назад отойди. Не, на самом деле мачете тоже очень быстро бьет.
Что там такой, блевун? Что вообще моё мачете не сносит даже. Здесь какая-нибудь дубинка, что ли, я не знаю. Дубинка? Зачем? Ну, блин, моё мачете, оно вообще поломанное полностью. Мне биться нечем. Оно вообще не сносит ничего. Так тут верстак почини. У меня денег, блин, в основном. Так куда нам теперь? Сейчас подожди, починю, скажу. Блин, все еще не могу отремонтировать. Мне не хватает, короче, знаешь, сколько? 400 баксов. Это гребаный мачете. Там столько не стоит. Я так понимаю, нам надо вниз куда спускаться, да? Там лестница есть. Что там чертежи какие? Ладно. Черт! Тетку пришиб ногами. И все-таки надо пока на моем уровне носить. Возьму этот ножик хотя бы. Че-то. На тебе сейчас поскидываю. Какой у тебя уровень? У меня уровень 25. А, требуется уровень 27. Я не могу взять этот ножик. Я себе, у меня фигни полно. 25. Ну ты чуть... Ну, что-нибудь такое там поострее есть. Походу, тебе не повезло. У меня только есть гвоздометы. Не, нету. Нету? Только 27. Блин, ну ладно. С ним. Так, вспомни, ведь будет что здесь делать. Фонарик включу. Прыгать, значит. Походу, прыгать. Хотя, не-не-не, не прыгать. Много лопу... Ну, хотя нам, походу, прыгнуть, либо... Вот до туда допрыгнем, как думаешь? Нет. Ну, хотя бы... А я рискну. А, не допрыгнул. Блять. А мне ХП почти не сняло. Я не туда упал. Держись. Я тебя спас. В благородство играть не буду, да? О, твой любимый. Ща. Блин! Я взорвался. Чего ты взорвался? Знаю. О! Вот это вот наш пацан. Дядя здоровый. Не. Ща я ему гостиниц послал. Он швыряться любит, я тоже. Блин, он все еще живой. Он мог. Кать, не хочется вообще. Мри. О, свою кунг-фу показывать решил, да? Я вас слышу, Харлоу. Как ваши успехи? Спешу как могу, но тут вокруг... Чё, у меня дробовик. Химикатов. Дробовик откуда? Подожди, ну с этого мужика вы. Как могу. А! У меня пультом. О, у меня три походу. Черт, связь опять пропала. Я фонарик надеюсь, сдох. Они готовы. Сейчас я фонарик на. О, как доктор прописал. Люблю такие игры, там где патроны нужно считать. Ладно, уже буду мачете их. О! Фига бич. Бичары? Фиг ему что сделаю. Лучше не подходи, я мину поставил. А ну-ка, а-ля, бум. Хорош. Я ему бошку сорвал. Молодец. Ой, сзади. Сзади? Тихо, сзади подошел.
правее. Правильно, пни его. Так, и что здесь за... О-хо-хо-хо-хо! А я тоже шотган нашел. Тут дядя хочет поговорить по поводу того, как он относится к 12-му калибру. Что-то как-то мало сносим. Правильно, запинать его. Давай руками. Больше дадут. Что-то он как-то не хочет руками. Дай ему кулаками. Ай, у меня сам кулаками. Так, ты встанешь? Встанешь. Ну, за это я тебя немножко... Ебальничек твой. Рихтую. Тут станок, кстати, есть. Где? А вот там, где я стою. Или потом. Апгрейджу. Уже мало. Потом найдем еще. 5 не хватает. 10 баксов не хватает. Ты ж долганешь до первой пенсии. Как? Не знаю. Невозможно. Саечку за испуг. Да отстань ты. Ишь. Повысили, кстати, навык огнестрельного. Сколько уже, по идее, должны быть пули? Можно особо сейчас не экономить. Экономь вопрос. Я экономлю. А, ты вперед убежал уже. Ладно, тогда я подожду до следующего верстака. Слышь, людей, у них пули есть. Сейчас придется их отнять. Че, людей валить будем? Да, это типа бандиты там или кто. Где Драбадан? Ну, тут пистолет лучше. Дай. А мы сейчас автоматическое оружие найдем. О, калаш! Да. Видишь, знаю же, о чем говорю. Подожди, мне нужно выбросить, чтобы я забрал свой дробовик. Не иди вперед. Чё не иди? Они уже стреляют, блин, куда там не иди? Ох-ох-ох-ох! Меня тут грохнули. Можешь поднять? О, спасибо. Говорю, дай выкину ненужные вещи. А я им туда гостиниц пришлю. Еще один. Вот так и лежи. Сумок с баблом. О, да, детка, я тоже нашел калаш. Подними меня. Блин. Бегу со всех ног, но я, наверное, не успею уже. Зря. А ты мне уже нанизу там показывается, где-то лежишь. Да, я внизу. Короче, калашников рулит, я смотрю. Ах ты, пас. Пистолетик. Любимый. Ставлю вместо мины. Пацанов, походу, бомбит. Ладно, подбегу я. Там дробовик какой-то интересный лежал. Ну, ты его, походу, подобрал. Нет, я его не подобрал, у меня места нет. Ну, видишь, ты всякое дерьмо насобирал. Там сейчас дверь, я не буду дальше открывать. Короче, бери это, повыкидывай там все, что не надо. И... Ща. Я тоже повыкидываю там, тишлак.
Косить. Ишь поэтому и не подбирал там всякое. Немощная автоматическая винтовка. Немощная. Точно, что немощная. Нет, дробовик ты подобрал. Хер с ним. Все равно ты все время находишь лучшее оружие. Готово. Я немножко подранили. Столько интересных вещей. Ты явно и не думал, что тебе суждено умереть. Сегодня. Ай, не заметил. А я всех убил тут. Я сейчас все яйца отрежу. Кто там орёт еще? Готовьте. Да пистолета нету. Че, собираешь там все еще? Да. Собирай. Ну я тоже тогда спешить не буду особо. Я какой-то пистолет нашел, он 43 уровня. У тебя какой уровень? 43. Так давай я тебя скину, он походу будет твоего уровня. Окей. Будешь топовый. Ой, а ты что здесь делаешь? Тролльно в голову. Я нашел кастет 27 уровня. Молодец. Тебе кинуть? Не, не надо, мне ж. Я ж не смогу. Гаечный ключ здоровенный. Тебе дать оружие. Какое у тебя 30 там, ты говорил? 43. Сейчас. Блин, где он там лежит? А это ты что, повыбрасывал свои вещи, что ли, тоже? Да? Где пистолет этот? Еще побегай, посмотри там. А не, вот он. Иди ко мне, подойди. А какой у него урон? 1259. А, мне не надо, это мало. Мало? Но у меня автоматическое оружие устраивает, короче, полностью. Только я не понимаю, почему я тут два пистолета взялось. Так, шоткан. Армину какую-нибудь поставлю себе там. О, тут сумочек много. Костям. Можно бабла насобирать. Стоп, а где калаш? Господи, вот я. Че, идем дальше? Можно хп нафармить, иди ко мне. Стой, я куда-то свой калашников потерял. Тормозной пистолет, тормозной. Вот он. Кто-то, я смотрю, что-то не хватает. Почему два пистолета у меня? Где хп нафармить? А, вижу фрукт. Еще один фрукт. Контрабандисты. Подожди. Дай я их спалю. А, спались хочешь? Спали. Валил. Ай! Огонь что-то на меня тут действует. А мы сейчас понимаю, так обойдем. Да не бей его, я хочу его порезать, дай. Да поздно уже, если так бы он меня убил бы. Алкоголь. Так, о!
секретные материалы. Пошли дальше пройдем. Ща. Вот еще один элемент он нашел. Он дробовик. Он слабенький. Это мой бывший. Ща повыкидываю опять бред всякий. Пистолетов много дается. Нет, это нормальная тема такой дробовик. Мне понравился. Так, я так понимаю, нам вообще назад надо вернуться. Пошли вперед, пройдем. А я там уже оббежал все, там круговая такая. Там ничего интересного. Еще патроны для винтовки. Это моя винтовочка. Годименькая. Было. Слушай, а ты станков не видел тут поблизости? Нет. Сейчас, подожди, материал соберу. Пошли. Я не исторично телепортировался к тебе. Да, получилось! Слава богу, мы вышли. Я уж думала, никогда больше не увижу солнышко. Эй, вы целы? Черт, что с вами случилось? А это то, которое покусали. Кто ты меня толкнул? Эй, что произошло? Кто тебя толкнул? Назад! Ай. Это что за хрень? Ну точно тот пацан. Оставил нас всех. Что? Что это? Вот жопа. Что? Сейчас превратится. Может, его можно связать? Боже, нет. Выбора не было. Я знала, что его укусит, и я его толкнула. Ты что? На кой хрен, черт возьми? Он стал бы одним из них. Вы бы просто его бросили. Но я должна была знать, как этот мутаген воздействует на инфицированных. О боже! Какого хрена? Господи, посмотрите на него! Сейчас будет, по-моему, то, что мы с тобой играли. Когда уже? Ты ко мне присоединялся, решил прокачаться. Ну, это дядька, его там палить надо будет сейчас по-жесткому. Я поэтому гранаты всякие собирал. Сейчас, подожди, я пушки возьму. А я никуда не спешу, он там за забором сейчас я будет закрытым. Тут сейчас отремонтируй. Все говорили, что не спрыгивай, короче, не бойся. Я пока повыкидываю. Зачем повыкидывай? Не выкидывай, собери все с собой, здесь люди стоят, ты сейчас продашь им все это. Да? А, так тут сразу можно продать, а, тут склад. Не исторично торговать. О, продать. Продать. Что еще продать, дядька? Все, что я не использую, то и продам. Пистолеты что-то дешевые. 100 баксов. Этот шотган я гляну сейчас. Что, может, получше моего будет. 133. А мой... Помощнее моего. Гадать. Не, мачете я ставлю. Чё там делаешь сейчас? Продаю. О. Гранат побольше закупи там. Вот тебе совет мой. Да, я теперь выберу оружие, чтобы стрелковое было всегда в руке. Я сначала подчинюсь, потом уже гранатами закуплюсь. Чё-то моё, иди ко мне. Я гранат мне сейчас ни к чему даже. 4 гранаты у меня есть. 4 граната, но сейчас будешь швырять в этого. Посмотреть. Бинка. Ай! Купил сигнальную ракету. Пистолета. Средняя аптечка. Ладно, посмотрю, может, пушку какую апгрейжу. А тут есть станок? Да, снизу станок. Автомат, я думаю, не буду. Я лучше что-нибудь самое дамажное буду. Шотган для больших дядек. Так вот. Денег не то чтобы много.
все создать. Чего создать не смогу? Великолепно. Просто великолепно. Точка. Побить. Кстати, его ж можно вроде как сверху убить. Спускаясь даже. Сейчас я выберу. Не в открытую, я хотел поставить. Пошли наверх. Есть такое предложение, типа, чтобы один спустился, выманивал его сюда, а другой стрелял так, нормально. Сюда вообще. Выманивал? Ну да. Как него выманить? Смотри, о, стой нет. Здесь, не прыгай за мной. Уэйн. Так вот, падла. Чё упал? Упал вниз, что ли? Взрывную ногу, да. Фига себе, я швыряюсь. Просто меня респавнит все время тут рядом с ним. Кидаю. Ща, я под... сюда поближе. Блин! Это вообще здорово. Ладно, уже спускайся, по-честному его завалим. Так, еще гранаты есть? Что, их зря, что ли, покупал? Да ладно, весело же, блин. Пол хп ему сняли уже. Не кидай гранаты больше. Да все, не буду. Да я смотрю, это мы тут сами себя только гробим. Его тут как-то надо сжечь, я помню. Голом ему, вали с автомат. Вот этот вот. Гонил тебя, маленького. Вентили буду покупать. Хай побегает. Только сам под эту струю не становись. О! Дает как хорошо, а. Ладно, я не могу удержаться, я еще одну кину, только не подходи сейчас. Я решил пройтись. Это что было? Просто с дробовика в голову. И пол хп ему снял. Там урон был по 20-30 тысяч с каждого выстрела. Ого! Это неплохо, ты так раскачался. Нафиг мы тогда мучились, нафиг дох. Так, нам ворота открыли, ага. Я опять мину закуплюсь. Тила на нее. Шланги. Сам шлангом стал, да. Сейчас место для мачете освободилось. Че, отправляемся в путь? Да. Че, нас типа телепортируют, не что знаю. Ли? По-моему, здесь мы как-то сами должны идти. Что-то должно было открыться. О! Стил Ямакаси. Дело пахнет керосином. Дверька появилась. Мне нужна ваша помощь. Отвечайте.
О, здесь станок есть еще один. Без нужды. С нами был один человек. Его звали Уэйн. Он попал в химикаты в катакомбах. Полностью в них окунулся. Они превратили его в одну из этих тварей. Как думаете, со мной будет то же самое? Если честно, не знаю. Значит, он был... Если честно, не знаю. Тоже с топором. Ну? Сейчас, подожди, если тут... Еще кваску подлил. Хорош. А топором помощнее моего мачете будет. Я так сравнил. Видишь как? Испарений. Да чтоб меня! Не было у меня противогаза, Кэслер. И теперь мне трындец? Не, какой-то топор, он слишком медленный. Бога я буду кидать. Вот, допустим, тебя. Тебя я это кину. Иди отдохни. Ты мой топор верни. Кто? Где? Тут модификация какая-то. Так подбери ее, мне же она тоже дастся. Не дастся, ты тоже должен подобрать. Ну подожди, у меня тут небольшие проблемы с законом. Да ты... Топор хотя бы верни. Великий уравнитель. Сенька подлечится. Да, детка. Ну, тебе попаду тоже за компанию. Большой дядька? Верни-ка... Опа-па-па-па-па! Махался-то так. Меня сбил одной рукой. Я упал. Эх, тухана такого. Ой-ой-ой. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Сейчас, может, такую руку отхромсаю ему. Я упал. Опять? Чё, зря аптечки, что ли, покупал? Стой, 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 не бей его, я хочу его... Немножко по-гламурному. Вот и все, проблема решена. Там второй батончик тебе оставил. Какая-то говно себе. Что тут у меня, в принципе, тиковать? А, я буду кидаться им. Нифига себе, топор вонзил прям промеж ног. А что там, кстати, говорил про модификацию, или уже поздно? Какую модификацию? Которую ты поднимал. По-моему, она на всех идет. О, сейчас, кстати, будет весело. Чё? Этот момент я помню. Иди сюда. Сейчас нам скажут пару ласковых слов. Что у нас? А, подожди, у меня новый навык какой-то. К
Максимальное здоровье и выносливость повышается на 10%. И... Иди сюда. Эй, ребята, вы же не против, если я тут пройду, правда? Не, нам плевать. И главное, заплати, сколько скажем. А потом делай, что хочешь. Буду догадаться. Чего вам надо? То, что у тебя есть, деньги, оружие, патроны, припасы, все. Какой хитрый жук. Ну вот, мы тут цивилизованно общались, а вам, козлам, надо было все испортить. Тогда мы просто тебя убьем, а шмотки заберем. Мне-то без разницы. Убить его! А, у меня автоматический рейдж какой-то включился. Я уже сам его было хотел активировать. Великий уравнитель. А там еще желающие есть. Кстати, патроны можно полутать. Плохо. Можно вообще неплохо полутать. Я, походу, пришел приход на всю жизнь, нет? О! New level. Чё, их пушки не подбираешь, типа? Чё, можно? Ну да, с них же как бы стволы валятся. Можно и так разобраться. У меня был какой-то приступ ярости. Успокойтесь. Нет никаких причин впадать в истерику. Так, о, патроны. Но изменения были незначительные. Не думаю, что вам угрожает. Патроны тут есть. Так, что там было? Какой-то ствол нашел получше своего. А слона? Нет. Где он? Кого? Слона. А ВП типа как в КС, да, что ли? Не, к сожалению, нету. Как это? Подожди. Че-то. Че-то сюда. Ты же они глупость такую с инвентарем сделали. А, мясная наживка какая-то есть. Интересно. Опять улучшалка. Возможно, вам пора. Опа. Бросить. Что вот это брошу? Пистолет возьму. Где там их стволы? А я уже пособирал, блин. Не, валяются. Ну, валяются, так собираешь. Не буду все собирать. Ешь, отставить надо. Так вот. Это я возьму. А, не, не валяются. Ты все забрал. Нет, тут еще валяется. Там валяется. С оружием? Да, внутри. Так ты, по-моему, внутри ходи. Полно. Вон патронов сколько. Вот еще один пистолет тебе оставлю. Я уже забит инвентарь просто. Ого, я тут кассу очистил на 3400. Я уже очищал там. Ну, получается, ты то же самое сейчас должен сделать. Я думал, здесь совместные бабки. Там еще этих полно, как его, и чемоданов. Чуй майданов. Чуй майдана я уже обобрал. Там их дофига, как бы. Да, вижу. Лутай не хочу, да? Что в этом Хизи был тоже такой же лут. Хизи? Ну, H1Z1. Ну, блин, мне проще говорить Хизи. Его теперь так. А некоторые тоже так называют. Надеюсь, там что-нибудь полезное. Стоп. Сигнальный пистолет. Нафиг мне. Друг. О,
чертеж нашел. Так я про него и говорил. Модификация тяжести. Так люблю по мусоркам рыться тут. Колючая проволока. Тоже вроде можно намотать. Ну чё, блутал там, да, что хотел? Зеленые новости на миникарте. А, ищите цель. Ищите цель. Надо найти. А я не помню уже, если сам, честно. Что-то надо было найти. У вас есть доступные очки умения. Ладно, сначала я апгрейд сделаю себе небольшой. Немножко здоровья вместо смерти. 20%. О, еще одна касса. Пустая. Блин, не помню, что найти здесь надо было. На помощь иди сюда, помогите мне. Что? Может, там помощь кому-нибудь нужна? А, вот, нашел. Нашел. Системники, ремень нашел. Ну, это, наверное, очень важная цель. Часть системного блока. Большая батарея. Марвин, говори. Я пришел вам помочь. А вот у этих уголовников явно были другие планы. Я шел в Хендерсон, чтобы попытаться найти своих родных. А эти чертовы зэки меня схватили. Сказали, используют меня в качестве наживки, если вдруг зомби нападут. Живки. Сволочи. В общем, меня зовут Марвин. Я у вас в долгу. Надо уходить. Вы знаете, как завести паром? Да, конечно знаю. Я тут лет 16 проработал, плюс-минус. Нам сюда. Тут есть тип, который умеет управлять. Будем вас ждать. Понятно. Мы уже тип. Загрузочка пошла. О, сейчас можно продать. Ну, потом еще собрать. Собираем. Склад. Так, склад нам не нужен. Мне нужен Бордовию. Где Бордовию? Аж не жену. О! Китайский. Помню эту штуку. Да. А себе свою подбери. Я себе свою оставлю. Ой, зомбаки. Ёпта, как торговать теперь? Блин, походу уже не поторгуешь. Похоже, на потом он будет торговать. Ах ты вонючка. Кто-то мне еще бьет. А по-моему, сверху миниган был. Можно будет как-то установить. Отходи. Его. Отходи. Да я отошел уже. А, тут опять надо защищаться. Так, по-моему, как-то мы там не активировали ни квест, ничего. Мы сейчас продадимся. Ай! Там орёт. Кстати, патроны появились в ящиках. С кем торговать можно? Ты у меня спросил? Я не знаю, блин. Этим нельзя. Не, походу сейчас к обороне этот сержант, он типа там кому-то говорит. А, внутри? Воу-воу-воу. Я дверьку даже закрою, пускай они там сами отбиваются. Так, Зои, привет. Как жизнь? Где китайский мир? Я хорошо. А, там... Ты что не подобрал? Я подобрал только свой. Но он хороший на самом деле, только мне уровень сейчас не позволяет. Хотя почему мне выдали 35 уровня? Я, наверное, твой, может, подобрал? Нет. Вот. У тебя там тоже 35? Значит, что-то я тут с опережением по уровню иду. Ставь сетку, короче. Ща, подожди. Ого! Такие, блин, дикие оружия дают, это подорогая. 27. Не-не-не, да я погляжу, что здесь.
Шотландский когтик. Нафиг. Уж себе когти куплю. Ай, забирай этот китайский меч уже. Я хочу когти. Шотган. У тебя что есть? Heavy weapon. Кишлан. Дай вот этой бабе консервов, короче, которая... То есть мы можем активировать гарпун, чтобы сейчас задание пройти. Да. С этим дядькой надо. Ну, ладно, давай сейчас сначала пули пособираем. Вообще, давай, всё пособираем, чтобы лежат. Подать. Давай. Наверное, слушай, в следующий раз будем, чтобы не выкидывать все это на YouTube, в формате стрима записывать. Да, проще. Не, ну мне-то, в принципе, интернет позволяет, я и так это видео загружу минут за 20 минимум, максимум. А этот ножик себе? Что там за когтики мне дали такие интересные. Активирую, короче, задание, потом я там схожу, быстренько пулемет поставлю наверх. Где стань? Я пока торгуюсь. Пистолет-то ты и не приметил. Все, я поставил пулемет. Продам пистолет, там нашел какой-то еще один. Валялся. Совсем ненужный. А мне улучшалку надо. А улучшалка, по-моему, это станок, так что? Кувалда. Китайский меч. Ну он такой, он, блин, хорошо хромсает, в принципе, но я сейчас продал, потому что я не смогу использовать. Патроны хера валяются. Еще... Ну, а тут только для дробовика потребуется. 720 сегодня у меня фул. Стой, а чё у меня два дробовика? А ну-ка, 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 что-то интересное. Так, 1900. Конечно же этот. Там продать. Еще не понимаю систему, почему он берет два дробовика. Нафиг мне второй, если у меня есть получше. Ну чё, идешь? Тут уже продавать нечего. Иду. Бери квест. Ну когти уже так и быть модифицирую. Быстро атакуют, это будет вообще жесть, жесть. О-о-о-о-о! Да, детка. Очень громко работает. Он привлечет сюда всех зомби в этом районе. Я хочу отсюда выбраться не меньше ваших. Но нам надо быть наготове. Как только эти твари здесь появятся, они... У меня, короче, когти дамажат по 400 с одного удара, а оно скорость... Быстро удалят оружие. У меня калаш 5000 с хером, уже 6 дамажит. Передача, у меня еще электрический урон идет. Ну, для моего уровня это вообще супер, а когти сейчас сделал. Я не понял, что сделать. А, подойди ко мне. Да, я еще потрейджу. И? Трейд. Еще вещи его. Что-то, блин, трубой это, ты ж немного заработаешь. Нет, ножи валяются твои. А и? Ты мой хлам за копейки продавать решил. Джекпот. Джекпот. Лень нашел. Джекпот. Лень. Не-не-не, пистолет оставить.
Сейчас китайский меч в руку возьму. Да пошли уже, блин, надоело. Калаш брать, давай. Уже, наверное, в руку. Да бери, что хочешь. Ну, что сейчас понадобится? Ну, толпы зомби, я не знаю. Надобится. Я, короче, пойду на миниган сяду. Кто-то, блин, видел, ты пули все выстреливаешь. Очень быстро. Короче, пока еще не жесть идет, то миниган не трогаем. Третья волна пойдет, вот там он потребуется реально. Ты в курсе, что мы на втором этаже баррикады не возвели? Ого! Через забор меня прошиб. О, миниган. Садись за него. А, нет. Сами можете садиться. Я второй нашел. А, второй, так установи его. Там далеко от первого минигана. Есть тоже место. Где эта тетка стоит. Блин, зомбаки такие серьезные. А потом их ставим. О, кстати, испытаю. Что-то не достает оно. Разведем баррикады прямо тут. Не-не-не-не-не, ставь. Я ничего на баррикады снес. Я? Я! Так установи заново. Меня сбили сейчас, ну. Сейчас поставлю баррикады. Будем понемножку. Когти. Давайте, показывайте. Взяли вас я. Да хрен стоит, он кидается. И взрывается придачу. Где там бегаешь? Можешь поднять меня? Придатель. Ты вовремя сказал это? Так ты, блин, ты был в 3 метрах от меня. Я не видел, что ты упал. Ладно, короче, забей. Говорится, мы играем ради удовольствия, да? Да. КВ-5 цапать не буду. Ну? Они же, кстати, заявили опять, что КВ-5 цапать не буду. Да. 5? Слышь, уже зомби за периметром. Третий год подряд. Одно и то же. Да на КВ-5 уже все забили, потому что его, во-первых, с магазина уже убрали, и никто его покупать не будет. Поэтому он никому и не нужен. А, как говорится, нам очень важно ваше мнение, и они поэтому ничего не делают. Хотели бы, они сделали бы там его, как я не знаю, как тапка, как тапка его сделали бы. КВ-5. Но им очень важно наше мнение. Зомби, подожди, я тут ставлю баррикады. О! Блин, от штанги. Я забор поставлю. Еще один желающий был. А, забор. Забора уже больше нет, по-моему. Сейчас принесу. Еще один нужен забор. На. А, взял. Поставил. Нет, тут большие дяди этот забор ломают быстро очень. Я бы он электричеством дамажит. Тоже неплохо. У меня коктейли есть. Коктейли? Да. Так пали их. Что-то, блин, непонятно, где кто. А, они сверху прут уже. Ай-яй-яй, чё ж ты меня палишь? Так, где кто?
кстати, здесь понравилось, еще одно оружие есть, бензопила. Как ты потом найдешь. А по-моему, не требует бензина. Еще бежишь, пилишь всех. Что требует. Кстати, одна упаковка патронов восстанавливает все патроны на калаше, то есть... Все 60 там. На, ярость восстанавливает патроны на калаше? А, не ярость, а одна упаковка патронов восстанавливает все 60 патронов, то есть не 20 там, не 30. Ай, с честью погибнет. По яйцам. Да бокчик залутаю. Я думаю, скоро придется сесть на пулемет. Уже время встает. Фига себе, ему там вжарил. Ну это мой любимый дробовик, который модернизированный. Патроны отреспавнились еще. Чтобы починить можно. Любимый дробовик. Вот это вот, падла сильная. Ведьма. Поднимает их. Ну, типа такого, да. Сейчас за пулемет, короче, побегу. Садись давай. Да что-то меня сбило с пулемета. Звуком, наверное. Да не, что-то я такого не помню момента. Все, я бью эту тетку. Вагну. Ну и все. По тебе. И по тебе, за компанию. Все, пулемет я оставлю пока. 94 патрона есть еще. Шампанское. С кем тут торговать можно? Да вот, есть. Торговать с этой. Дать, продать, что там тем. Продать я ничего и не могу. Хотя что купить у нее? Самодельная мачете. Ей не подойдет. Брутальная мачете. 35 уровень. Что там лутать? Бабло. Куплю аптечку, чтобы тебя оживить. Всякие пожары. Блин, этих аптечек дофига я могу выкинуть. Да не, не надо. Я купил там пару аптечек. Все, побежали. Сейчас, короче, переместимся к следующей локации. Может, на этом первую часть закончу? Давай, вторую точнее. Давай, всем спасибо. Сейчас будем записывать вторую. Лайки, подписку, это обязательно.